Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Артем Панчин. Я являюсь мастером исцеляющих погружений, а также тренером, консультантом и экспертом в области духовно-энергетического развития. Я консультирую и помогаю успешным предпринимателям, спортсменам и политикам для достижения успеха. В этом нашем видеокурсе мы проведем медитацию, сессию, погружение, которое будет решать проблему низкой самооценки. То есть в этой медитации с вами мы сможем повысить нашу веру в себя, нашу самооценку, потому что мы достойны этого по праву рождения. Как правило, вы знаете, что люди с низкой самооценкой, они не добиваются успеха в жизни, они живут отчужденно, много страдают, и все это по причине того, что внутри их маленького внутреннего ребенка отсутствует вера в себя, они чувствуют, что они нелюбимые, нехорошие, недостойные. Но это наш с вами выбор и наша с вами ответственность изменить свою судьбу, ведь поднимая свою внутреннюю самооценку, внутреннюю свою ценность и стоимость, важность для Вселенной, для других людей, наша жизнь становится все лучше и лучше. Улучшается во всех сферах и во всех отношениях. Любовь к себе, принятие себя, одобрение себя – это очень важно. И это по-настоящему изменит вашу жизнь. Я в этом абсолютно уверен. И мы с вами постепенно будем погружаться, входить в мягкое медитативное состояние. Сейчас вы постарайтесь расслабить тело. Вы можете немножко покачиваться вперед-назад и закрывать глаза, и мы с вами будем входить в мягкое медитативное состояние. И будем погружаться на самый глубинный уровень нашего подсознания. А сейчас я попрошу вас закрыть глаза, и мы начинаем наше погружение для повышения нашей веры в себя, самооценки и увеличения количества любви и качества любви к самому себе. И мы с вами сможем все это прочувствовать на самом глубинном уровне вашего внутреннего ребенка. Для этого сейчас мы мягко переходим и погружаемся в альфа-состояние нашего мозга. Постепенно мы переходим в режим альфа-тета частот. И когда мы будем находиться на самом глубинном уровне нашего подсознания, мы создадим прекрасные новые состояния и новые образы, которые позволят нам в будущем чувствовать себя более уверенно, легко, приятно во всех сферах, во всех отношениях, верить в себя, знать, что мы достойны того, о чем мечтаем, чего хотим. И сейчас мы с вами видим перед собой прекрасную мраморную лестницу, нашу любимую лестницу, отделанную золотом, по которой мы спускаемся вниз, с 9 на 1 ступень. И когда мы окажемся на первой ступени, мы будем чувствовать себя очень легко и расслабленно, находясь на самом глубинном уровне нашего подсознания. И мы легко и уверенно спускаемся вниз. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И мы делаем медленный глубокий вдох. И сейчас мы с вами находимся на самом глубинном уровне нашего подсознания. Наше мышление мгновенно ускоряется, и при этом состояние наше очень спокойное, легкое и приятное. Мы ясно видим, ясно слышим и ясно чувствуем. А скорость мысли мгновенно возросла в миллионы раз. Мы находимся с вами на прекрасном, чудесном острове. В океане теплая водичка ласкает наши ноги, мы лежим на песке, полностью расслабляемся, наслаждаемся моментом здесь, сейчас. На этом острове нет времени, это пространство здесь, сейчас. Мы всегда юные, вечно молодые. Это остров нашей мечты. Это то пространство, где мы чувствуем
себя всегда спокойно, в полной безопасности. Нам легко и хорошо. Здесь мы наслаждаемся жизнью, создаем те прекрасные картины, которые будут воплощаться в нашей физической реальности. Они будут воплощаться легко, приятно и само собой. И сейчас нам очень важно увидеть, услышать и почувствовать своего внутреннего ребенка, пообщаться с ним и освободить его от тех установок, стереотипов и клише, от тех, может быть, программ, которые он в себе носит, которые мешают успеху, процветанию, изобилию, богатству. Не любовь к себе, не верие в себя, низкая самооценка. Те программы, в которых наш внутренний малыш считает себя недостойным чего-то большего. Чувство вины, стеснения. Где ему тяжело попросить, сказать, выразить то, что он хочет на самом деле. И сейчас мы видим перед собой маленького ребенка, ему 5 лет. И мы сейчас видим и осознаем, что это мы сами. Мы одеты в ту же самую одежду, которая была на нас в возрасте 5 лет. Мы наблюдаем на себя со стороны. Наш маленький ребенок идет навстречу к нам, и мы улыбаемся ему и крепко-крепко его обнимаем, потому что мы так долго ждали этой встречи. И у нас в сердце очень приятные и теплые чувства. Огромное чувство радости от встречи, благодарности. И глубокое внутреннее ощущение, что теперь мы сможем быть настоящими друзьями и дружить всегда. Теперь мы одна команда, одно целое. И у нас к нашему ребенку искренняя любовь и теплые чувства. И у него взаимно точно так же. Он смотрит на нас чистыми глазами. Это невинный ребенок с чистыми мыслями. И мы искренне благодарим его за эту прекрасную встречу. Сейчас мы просим у него прощения, если в прошлом мы проявлялись без любви по отношению к нему. Если обижали, что-то запрещали, не принимали, осуждали и ругали. Искренне просим прощения за то, что где-то мы могли его обижать, не давать ему достаточной любви. Сейчас мы готовы к тому, чтобы наблюдать, чувствовать и осознавать все то, что чувствует наш внутренний ребенок. Мы видим сейчас и ощущаем те программы, установки, убеждения, которые у него уже есть сейчас, которые не способствуют будущему успеху, реализации, раскрытию способностей, творческих талантов, возможностей и уникальности, которые, безусловно, есть внутри нас, и их очень много. Мы очень талантливы, очень способны. От рождения у нас много есть того, что составляет нашу уникальность. И сейчас мы готовы полностью это признать себя способными, талантливыми и уникальными, достойными абсолютно всего того, чего хочет наша душа. Мы достойны быть богатыми, достойны быть знаменитыми. Мы достойны того, чтобы быть счастливыми и делать то, что мы хотим. Весь тот опыт, который мы хотим пережить, мы и достойны этого опыта. Для нас больше нет никаких ограничений. Мы можем все, что мы захотим. И сейчас мы говорим ребенку такие добрые, прекрасные слова, которые его вдохновляют, которые по-настоящему дают ему поверить в самого себя. Мы говорим ему о том, что он любимое дитя Бога. Дорогой малыш, ты действительно любимое дитя Бога, любимое дитя своих духовных родителей. Они всегда с любовью заботятся о тебе. И тебе очень важно поверить в себя и осознать, что ты любимый ребенок Бога. Поэтому ты можешь делать все и добиваться всего того, чего ты хочешь. Ты можешь получать это без напряжения,
с легкостью и радостью. Тебе лишь остается только принять это, разрешить этому происходить. И я хочу, чтобы ты всегда помнил, что ты любимый, чтобы чувствовал себя любимой, чтобы жило состояние любимого ребенка. Тебе все можно и все разрешено. Я искренне прошу прощения у тебя, если в прошлом не принимал тебя, обижал, принижал твои уникальные способности и таланты. И сейчас мы видим, как у нашего внутреннего ребенка растет осознание себя, своей важности и нужности во Вселенной, своей значимости, важности и нужности своих талантов, способностей. Мы видим, что они по-настоящему нужны и важны для других людей. Мы можем искренне делиться нашими талантами и способностями, делиться своим опытом. Очень важно чувствовать себя любимым внутри. И это чувство любви можем дать себе мы только сами, с высоты своего духа, от своей души. Наполнить наше физическое тело и все тонкие тела и оболочки состоянием любимого ребенка. А какой он любимый ребенок? Он всегда в покое, в радости. Всегда в состоянии радости, покоя, легкости, принятия, одобрения всего, что происходит. Это базовое глубинное состояние, когда нет страха не успеть. Просто отсутствуют страхи, потому что мы все время внутри в состоянии безопасности. У нас безопасное пространство. И сейчас мы полностью одобряем себя, одобряем весь свой опыт, одобряем все свои уникальности. Сейчас мы просим Вселенную, просим наш великий дух мгновенно повысить нашу самооценку. Мы обладаем уникальными талантами и возможностями, обладаем своими собственными важными и нужными миру и людям качествами. Позволяем этому раскрыться на полную. Мы принимаем себя богатыми, изобильными и процветающими, потому что достойны этого по праву рождения. И мгновенно наша самооценка, наша внутренняя оценка себя возрастает. Мы достойны многого. Мы достойны того, чтобы быть богатым, легко и приятно, просто так, без усилий. Достойны того, чтобы быть счастливым, потому что счастье уже внутри нас. Все, чего мы хотим, находится внутри нас, и мы позволяем этому раскрыться сейчас. И вместе с ребенком мы отдыхаем и наслаждаемся жизнью, купаемся, играем, просто лежим, отдыхаем, общаемся. Теперь с этой секунды мы становимся очень близкими друзьями, и с каждым нашим мгновением, с каждым моментом встречи мы будем становиться еще все ближе и ближе друг к другу. Это прекрасно, чудесно и очень хорошо. Сейчас, в эту минуту, мы осознаем, что мы можем создать все, что мы хотим в нашей жизни, не стесняться этого, очиститься от вины, чувства неудобства, позора, ощущения того, что может что-то не получиться, спешки, суеты, волнений, беспокойств. Просто почувствовать, что мы достойны всего того, что мы хотим. Прекрасный дом, красивый автомобиль, путешествие, прекрасное окружение, друзья, реализация своих самых сокровенных, интересных творческих идей. Мы можем создавать любые проекты, мы можем делиться с друзьями, близкими, родными, прекрасными подарками. Мы можем придумать что-то интересное и вовлекать людей, потому что всем интересно играть в интересные игры с прекрасными, талантливыми, вдохновенными людьми. Сейчас мы видим, что мы можем жить той жизнью, о которой мы всегда мечтали внутри. Нам нужно лишь позволить этому происходить. Итак, сейчас наша самооценка мгновенно возрастает и увеличивается. Все нормы нашей жизни мгновенно увеличиваются. Наши планки мгновенно поднимаются и возрастают. Мы видим, как наше энергетическое поле расширяется,
становится все больше и больше, как огромный золотой шар. И мы принимаем этот уровень энергии, принимаем эту ответственность и прощаемся со всеми своими страхами, волнениями, переживаниями. Сейчас мы наблюдаем все свои искусственные сценарии, которые нас ограничивали. Шаблоны, стереотипы, программы экономии, бедности, низкий уровень нормы, низкая самооценка, отсутствие любви к себе, одобрения и принятия самого себя. Сейчас мы прощаемся со всем этим. И все эти ненужные нам энергии растворяются и исчезают. Теперь с каждым днем мы можем делать больше всего того, чего мы хотим, то, что нам нравится, то, что мы любим. И позволяем этому происходить. И все это мы принимаем на самом-самом глубинном уровне нашего подсознания, наш внутренний ребенок принимает все это и одобряет. И он очень радуется этому. Теперь можно больше не бояться, не сидеть в домике, не быть зависимым от своих родителей. Можно больше не ожидать похвалы или команды к действию. Мы можем действовать сами легко и приятно, по внутренней мотивации, по желанию делать то, что мы хотим. И мы это все принимаем на самом-самом глубинном уровне. Чувствуем это, проживаем, осознаем, видим картинки на внутреннем экране. Видим образы нашей новой жизни. Мы общаемся среди близких, интересных, радостных, одухотворенных, благородных и богатых людей. Это наш круг общения. Путешествуем, наслаждаемся жизнью, делаем то, что мы хотим. Мы имеем высокий уровень дохода, и у нас всегда достаток во всем. У нас прекрасная семья, любимые дети, любимые родные, все улыбаются, довольны и счастливы. Это тот образ, которого мы хотим. Тот образ, который мы любим, который нам нравится. Делаем то, что мы хотим, наслаждаемся жизнью, радуемся. И сейчас мы видим перед собой прекрасную мраморную лестницу, и мы поднимаемся вверх с первой на девятую ступень. Когда мы окажемся на девятом уровне, мы будем находиться здесь сейчас, в этом прекрасном месте, полностью усвоив все на самом-самом глубинном уровне. И мы поднимаемся с первой на девятую ступень легко и приятно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И наше сознание постепенно возвращается и переносится в наше тело, на стопы ног, голень, колени, бедра. Наше внимание, наше сознание переносится на живот, кисти рук, плечи, голову, глаза. И мы полностью возвращаемся в наше тело здесь, сейчас. Делаем медленный глубокий вдох. И наши глазки медленно открываются, и мы возвращаемся в момент здесь, сейчас. А сейчас, дорогие друзья, вы можете отдохнуть, полежать, выпить водички и попребывать в этом особом волшебном состоянии мягкости, покоя и осознания того, что мы с вами творцы, мы художники своей жизни. И своей мыслью мы сами создаем свою действительность, свою картину мира, который мы проживаем. Я желаю вам всяческих успехов в исполнении ваших желаний, намерений. Повышайте свою самооценку, верьте в себя, действуйте легко и уверенно во всех сферах вашей жизни. До новых встреч!